Друзья, привет, всем привет, меня зовут Митя Фомин, вы смотрите мой видеоблог, и сегодня мы, так сказать, на бабочках, на белых рубашках, на лакированных ботинках, да, на шикарных, отглаженных, отутюженных смокингах приехали в столицу Удмуртии. Сегодня в Инстаграм я спрашивал, знаете ли вы, какая столица Удмуртии, вы все ее знаете, это, конечно же, Лос-Анджелес. Бангкок? Да. Вот, и тут мы здесь, понимаете, у нас абсолютно каннский, лос-анджелесский вид, накануне Канн или пальмовые ветви, но на самом деле мы, конечно, в Ижевске, и приехали мы почему? Потому что сегодня... Бабушкам Бурановским мы приехали. Точно, совершенно верно. Они давно хотели дедушек Шубинцев увидеть. Да, и они увидели, так сказать, их в самом соку. Да. Ну что же, Дмитрий Оленин, вот этот человек, вы слышите голос его и видите Привет. Его ежедневно. Дмитрий Оленин. Голос русского радио, который разлетается, вы знаете, по эфиру миллионными голосами, буквами, фразами, шутками. И он сегодня здесь, и я очень рад, что ты сегодня здесь. Это мой давний и хороший друг. Мы сегодня много болтали, много ели вкусного. Ой, да? Ели очень много. Дима, оказывается, знает столько всяческих интересных и, так сказать, заманчивых штучек, что мне кажется, что с Оленином нужно жить. Не поймите это превратно, да. Вот, потому что информация... А между прочим, Дмитрий Холост, девочки, информация, а Дмитрий, это Холост. Информация, тоже видео рука. Это деньги, да. Ну что же, мисс Русское радио, Ижевск, Удмуртия, нам все нравится. Нам все нравится, сейчас Эрифат меня будет запрягать, знаете, а Дима берет пальму первым. Митя во время концертов слушает плеер. Вот сейчас вы посмотрите, как это выглядит. Наушники выходят. А там подсказки у него, подсказки. Знаете, а я еще хочу, можно я для организаторов покажу, как должна выглядеть идеальная гримерка? Знаете, есть у нас организаторы, которые по сей день не знают, что, как нужно встречать артистов. Я хочу показать. Значит, бутерброды нереально вкусные. Смотри, здесь фрукты, я покажу. Во-первых, Hennessy XO. Вода в фигне. Это все Оленин, мы вообще не пьем, Моэт Шандон. Это для Евы Польны, ждем, вдруг приедет. Да, обязательно водичка без газа для артиста. Здесь, если зашли гости, чтобы налить вискарик с Кока-Колы, а вискарик-то он вот. Да, это чуть-чуть. Для артистов, для гостей. Это все театральная гримерка, это бутафория, это не настоящая, не верьте. Это правда. Бутерброды с икрой. Мы вот подъели уже все. Это все пластик, как это продается. Вкусно было. Здесь язык, буженина, сейчас мясо. Сейчас в Инстаграм пойдут фотографии гримерки, еда. Вот, поэтому спасибо организаторам здесь, в Ижевске. Мы хотим к вам еще. И Димочка завтра едет, его обязательно встречайте в Перми. Он завтра будет выступать для вас в любимом нашем клубе «Горный хрусталь». «Горный хрусталь». А мы там выступали два раза. Он говорит «Гусь хрусталь». Нет, какой-то «Горчик хрусталь». Специально сделали этот блог, потому что просила Ирина Крым. До свидания! Пока!